Доброго времени суток, знаковое видео для этого канала. Обновил я все-таки iPhone 5s до новейшей iOS 12. С последними обновлениями случилось это по той простой причине, что устройство на 10.10.3 больше не было жизнеспособно. Дело даже не в том, что оно безбожно тормозило, а в том, что некоторое количество программ на нем просто не работало. То есть он стал таким кирпичом, которым сейчас является, например, iPhone 4. И все, что я вам хочу сказать, вот зачем я снимаю это видео. Во-первых, я показываю, как снимает Xiaomi Mi Max видео в темноте. То есть свет идет от одной лампы икеевской, такой вот, из бумаги, из папируса, такого вот светлого белого цвета. То есть это одна лампочка, и вот это вот количество шума, количество пикселей, которые вы видите, вот так снимает Xiaomi Mi Max в Full HD. И хочу сказать, что вот это устройство в каком-то смысле ожило, оно как-то стало лучше себя чувствовать. Все программы были обновлены месяц назад, и телефоном стало возможно пользоваться. То есть все, что было до этого, на нем осталось. Некоторое количество приложений сейчас работать не станет. Я их уже удалил, но вот, например, Твитбот, да, второй версии, он у вас, соответственно, уже здесь не работает. И некоторое количество программ, которые я до сих пор не удалил. А так, в принципе, в качестве телефона, не смартфона, а телефона, можно это использовать, и это все работает, стало легче, легче открываться, быстрее работать. Но, естественно, с тем же самым iPhone SE это нисколько не сравнится. Поэтому, в принципе, что-то в этом есть. И в iOS 12 есть что-то интересное. И в iPhone 5s смысла его сейчас использовать особо не вижу. Но, в принципе, сейчас следующее видео будет снято им же уже про Xiaomi Mi Max 2. Потому что SE от меня уехал вместе с родственником, для которого я его покупал. И вот, кстати, предыдущий ролик насчет подставок. Я там не угадал со светом, но он, по-моему, был даже в 4К снят, если я ничего не путаю. Просто чтобы проверить, как работает у меня MacBook 6-летней или 7-летней давности с 4К. Работает, я хочу сказать, фигово, поэтому 4К мы по-любому снимать не будем. На этом все. Все, что я вам хотел сказать.